Всем привет! С вами Татьяна на канале «Секреты жизни на даче». Сегодня хочу сделать обзор томатику «Амурский тигр розовый». Смотрите, какой красивый. Называется розовый, но мне кажется, он прям шоколадный. Шоколадный, полосатый, красивый. Растет у меня в теплице. Рекомендован для защищенного грунта. Два вот у меня здесь этих томатика растет, такие красивые, полосатые, и оба начали спеть. Производитель агрофирмы «Аэлита» пишет, что томатики раннеспелые, в кисти 3-5 штук, вот здесь 4, дальше вот здесь 6 штук, дальше тоже, то есть пока вот он завязал 3 кисти, на 4-й там 1-2 больше не вижу. И начали уже нижние кисти спеть. Вот поэтому я хочу снять эти томатики и дать, чтобы следующие ярусы уже тоже начинали наливаться, потому что они только завязались, маленькие пуговки там. Они будут наливаться и краснеть. Высокий, индетерминантный, 1,82 м во всю теплицу у меня до верха. Вот, веду в 2 ствола. Видите, как он упирается, уже дорос до верха. Веду в 2 ствола. Сажала, сеяла на рассаду в середине марта. Высаживала в теплицу 10 мая. Сегодня 20 июля. Томатик уже начал спеть. Вот агрофирма «Аэлита». Амурский тигр розовый, раннеспелый. На вкус я еще не пробовала. Пишут, что он с неповторимым вкусом плодов, потрясающий воображение самого искушенного покупателя. Сейчас сделаем дегустацию. Мясистые сладкие томаты созревают спустя 105-110 дней. Так, первое соцветие закладывается после 8-9 листа и потом через 1-2. Ну, это все правильно, все так оно и есть. На вид очень красивый, полосатый. Мне нравится. Что-то как-то темновато в теплице. Сейчас я выйду из теплицы. Есть вон крупненькие совсем томатики. Вот сейчас нижние сорву. Я думаю, что вот эти вот томаты, вот крупные, они еще нальются и начнут уже поспевать. Чтобы они быстрее у меня спели в теплице, я вам, посмотрите, накидала кругом банановые шкурки. И сейчас поставлю зеленые яблоки. Они очень быстро начнут спеть. И, естественно, подкормка калийная. Калийная, золой, гашеный уксусом. Томаты начнут быстро наливаться, спеть, краснеть, набирать сладость. Вот я положила для сравнения. Вот амурский тигр розовый. Вот такой красавчик. Это вот прям совсем уже поспевший. Это еще такой не очень начал только спеть. Пакетик от производителя. Пишут, раннеспелый. От агрофирмы «Аэлита». Это малиновый сахарный Настасья. Это интуиция красный. И это желтый волшебный арфа. Вот видно, что какие по красивые по цвету томаты амурский тигр розовый. Сейчас сделаем дегустацию. Так, будем пробовать. Томат амурский тигр розовый. Читала комментарии, пишут, невкусный. Я сажал первый раз. На вид мне нравится, красивый, полосатый. Смотрите, какой обалденный. Урожайный, раннеспелый, все мне нравится. Этот я сорвала, чтобы дать другим там покрупнее. Есть верхние ряды, это нижние не очень крупные. А верхние прям хорошие, крупные, чтобы они наливались и зрели. И вот сейчас с первого плода попробуем, вкусный или невкусный. И вообще, как выглядит. О, красиво выглядит, мне нравится. Так, Степ, будешь пробовать? Да. Скажешь нам честно, вкусно или невкусно? Бери, бери. Пробуй. Прям сочный, обалденный. Так, оператор руку тянет. Давайте. На вкус и цвет, товарищи, нет. Кто-то любит сильно сладкий. Вот, ребенок говорит вкусно.
Сейчас... Мясистая шкурка, не очень толстая. Ну, а так, не сильно сладкий. Вот обычный помидор, но помидорный вкус. Настоящий прям. Томатный, да. Вкус. Ни кислинки, ни, да, сахаринки, прям вот. Нет, сказка. Он не прям вот. Он не кислый, но мне нравится. Сахаринка есть, но не мне прям нравится. Сладкий-сладкий. Не как черри сладкий. Мне нравится сочный. Семена есть. Можно брать. Это сорт, да. Можно брать свои семена. Я не знаю, кто с чем сравнивал. Я первый раз его сажала. Мне нравится. Да, мне тоже. Очень нравится. Ранний, урожайный, красивый. У нас есть томаты всех и черные, и красные, и розовые, и желтые, и зеленые. Будем пробовать все сравнивать, но мне нравится. Для тех, кто досмотрел до конца, бонус от канала «Секреты жизни на даче» от меня. Для того, чтобы томаты быстрее спели, краснели, наливались, я в теплицу раскладываю банановые шкурки и яблоки падаль. Выделяют газ, и томатики быстро начинают краснеть. Нам же не надо растягивать удовольствие, надо быстрее, чтобы томаты спели, краснели, наливались. Вот такие есть приемы секретные. Вам никто о них не расскажет. Только я. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!